Добрый день, друзья! Вы находитесь на канале о недвижимости и не только, и с вами Мария. Я сегодня нахожусь в одном обалденном месте. Это кафе. Кафе называется «Грача». Здесь очень-очень вкусная кухня. Собственники здесь армяне. У них самая кухня. Я приехала сегодня вас с ним познакомить. Находится это по направлению поселка Щеглова. Здесь тихое, красивое место, много мест для парковки. И мы с вами сегодня пойдем и посмотрим, как в этом кафе могут угощать, какие могут быть обалденные праздники. Сегодня праздник гостей 170 человек. Есть двор с беседками, с гостиницами и с вот такими красивыми женщинами и мужчинами. И вы можете оказаться в этом кафе и провести самый запоминающийся праздник, самый вкусный праздник в вашей жизни. Много людей хороших на земле так много, людей надежных и достойных много, и рядом с ними всегда я рад. Только души мои, конечно, всегда душа. Одному на сына не похоже. Это родной любимый дар. Здесь прекрасная территория, посаженные кипарисы, такие красивые беседочки. Кстати говоря, как одна из идей, если вы хотите провести время вдвоем или какой-то компанией, так чтобы не встретиться со знакомыми, вы можете сюда приехать, потому что место относительно уединенное. И здесь можно проводить время так, чтобы вам никто не мешал. Вот эта площадка и эта территория усовершенствуются собственниками. Становится день ото дня все красивее. Есть два вот таких вот закрытых домика, где можно тоже посидеть. Тандыр. Здесь готовятся вкуснейшие шашлыки. О, отсюда веет теплом. Я эти шашлыки только что ела. Честно вам скажу, они божественные были. Ну и здесь на территории вот тут вот гостевые номера. Большие комнаты с кухнями. Детская площадка.
Ну, сегодня здесь 170 человек, да, представляете? И всем хватило места. Здесь образовался свой маленький детский сад, пока взрослые гуляют. Вот такая сегодня днюха у одной хорошей девочки. На самом деле хочется добавить, что все-таки в силу того, что здесь много зон отдыха, в самом большом кафе сидят за столом и танцуют в зале люди под одну музыку. Молодежь тусовалась в маленький домик, они танцуют под современную музыку. То есть здесь большая территория, здесь много зон отдыха на любой вкус. Если вы придете в большую компанию, здесь можно танцевать даже под разную музыку. Я хожу из одного зала в другой зал, то под одну музыку потанцую, то под другую музыку потанцую. Слушайте, в этом есть определенный кайф. Национальная кухня. Здесь потом национальная.